Генерал Шепард достал файлы, что ты просил. В чем конкретно их суть? Спецгруппа. Кто с тобой? Сержант Гэрик. Кайл? Его называют Газ. Он вроде не спорит. Джон МакТавиш. САС, снайпер, подрывник, кличка Соуп. Почему? Засекречено. Вот и он. Саймон Райли. Нет фотографии. И не будет. Но остальное... знать пока незачем. Если не договоримся. Как ты называешь свою команду? Привет, друзья, с вами Пламбер, и да, я набираю команду. Недавно мы с друзьями создали клан и нуждаемся в хороших игроках для выполнения клановых задач и турниров. Чтобы вступить, вы можете добавить меня или одного из друзей, которых вы видите, и написать сообщение «Хочу в клан». Выполняя задачи, каждый день можно получать монеты, а поднимая уровень клана выше и бесплатные ящики. Также сейчас идет чемпионат, и я бы хотел собрать хорошую команду, так как, играя соло, еле прохожу отборочные. Так что, друзья, если кто-то нуждается в хорошей и дружной команде, то рад буду всем. Ну а теперь перейдем к обновлениям и последним новостям игры. Итак, 15 мая доступен будет режим 1 на 1. Добавятся новые задачи, также добавится новая карта Салун. Так что, друзья, играйте и получайте призы за выполнение задач. Далее выйдет новая рулетка с персонажем Никто и мощной пушкой Кордит. Друзья, ну а теперь можно перейти и поговорить за утечки 7 сезона. А там нас ждет много чего интересного. Напоминаю, что, как я говорил в предыдущем видео, в новом сезоне ожидается 5 новых карт в сетевом режиме и 7 новых локаций в Королевской битве, где можно уже найти лут. Из утечек по поводу Королевской битвы я взял самое интересное. Мы можем увидеть на видео, что в скором времени появится в этом режиме машина смерти. И очиститель перейдут в режим королевской битвы. Также добавятся оружия, такие как агрессор и снайперская винтовка DLQ-33, которая пользуется большой популярностью в сетевом режиме. Друзья, а это были все самые свежие новости. Спасибо всем огромное за поддержку канала. Впереди будут розыгрыши нового боевого пропуска. Так что подписывайтесь, следите за новостями и участвуйте в розыгрышах. С вами был Пламбер. Крепкого всем здоровья. Все ссылки на наши группы вы увидите в описании. Ну и до новых встреч!